не припомнят ни сказы, ни были, кто из предков дознался о том, что не там, за неведомой ширью, не за далью, за главным хребтом, не за ветром, а здесь незаметно, под ногою, под палой листвой, порождают уральские недра камень мертвый и камень живой. Thank you.
Вы познакомились с народным промыслом, живущим с давних лет на Западном Урале, с творчеством художника-камнереза Анатолия Овчинникова. В фильме также использованы несколько работ камнерезов Фаины Овчинниковой, Аркадия Шадрина, Валерьяна Власова.